Почти 2 килограмма наркотиков изъяли полицейские Камчатки в ходе операции «Канал Дальневосточный рейд». Ее цель – перекрыть преступникам пути для контрабанды запрещенки. Рейд проходил в июне, и добычей стражи порядка стали не только вещества. В ходе операции сотрудники полиции составили 5 административных протоколов в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 13 уголовных дел. За период проведения операции из незаконного оборота изъято 1825 грамм наркотических средств растительного и синтетического происхождения. Также полицейские изъяли 24 единицы огнестрельного оружия, более 2000 боеприпасов и более 200 грамм взрывчатых веществ. В рейде участвовали сотрудники всех оперативных подразделений полиции, ФСБ, Росгвардии и службы Сахалинской таможни по Камчатскому краю.